Йога зародилась в Индии, однако она распространилась по всему миру, и теперь мы не можем назвать ее как чисто индийское явление. Это мировое, международное явление. Йога пользу дает и вашему разуму, и вашему телу, и координации между разумом и телом. Поэтому я приглашаю всех белорусов присоединяться к занятиям йогой. Я рад, что вы задали этот вопрос. Дело в том, что действительно, несмотря на сложную, проблемную геополитическую ситуацию, как раз белорусско-индийские отношения за последние 4-5 лет показывают устойчивый рост во всех аспектах. Не глядя на то, что действительно весь мир страдал от серьезных проблем, таких ковид и конфликт в соседних регионах, и санкции, и все прочее, Беларусь и Индия отношения развиваются прекрасно. Что касается образования, вы наверняка в курсе, что в Беларуси около 1000 индийских студентов, и, конечно, немножко повлияла ситуация в соседних странах на приезд индийских студентов в Беларусь, но, тем не менее, тенденция сохраняется хорошая. Что касается культуры, буквально в ноябре 2023 года наши страны подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры до 2026 года, до конца 2025-го, до 2026-го, поэтому тоже все развивается согласно этому соглашению. Ну, как я и говорил, во всех аспектах белорусско-индийские отношения растут. Что касается торговых, тоже есть рост. Да, был небольшой спад в прошлом году, но в этом году цифры уже растут и показывают хороший результат. Скоро вернутся к нормальному. Что касается научно-технического сотрудничества, здесь только рост постоянный, потому что такое сотрудничество заложено еще со времен Советского Союза. То есть это исторический аспект, который развивается постоянно. Я здесь уже 3 года, то есть буквально через месяц, ровно 3 года, как я приехал в Беларусь. Естественно, я объездил уже практически все, по крайней мере, все крупные города, и достаточно много мелких городов, и в Беларуси мне нравится все. Ну, я всегда повторю вам, что мой любимый город — это Гродно. Беларусь на весь мир на 9 языках. Круглосуточно. Онлайн. FM. Спутник. Международное радио Беларусь. Для тех, кто далеко, но с нами.